Дима, давай о твоих пацанах поговорим. Давай. Ну, действительно, в этом году X-Factor — это настоящее шоу. Мы видели все. Продюсеры показали людям Беднякова во всей его красе. Продюсеры показали Горилку, Цыганский табор. Чего мы только не видели. Сколько невероятных сюжетных линий, сколько невероятных историй. Но был один очень красивый и музыкальный момент, который меня лично очень обрадовал. Случился он во втором эфире на стадии мюзиклов. И это был парень и пианино. И больше ничего не было нужно. И звезды горели ярче. Остап Скороход, City of Stars. Остап Скороход. Stars, are you shining just for me? Oh, city of stars, there's so much that I can't see. Who knows? Is this the start of something? Wonderful, and you, oh, one more dream that I cannot make true. Therefore, she smiled and leapt without looking. And tumbled into the sea. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she won't do it again. You see, there was who dream, foolish as they may seem. You see, their hearts that ache. You see, that much we make. She told me a bit of madness is key to give us new colors to see. Who knows where it will lead us? And that's why they need us. Ripples from babbles, the painters and poets and plays. Heaven, you see, the ones who dream, foolish as they may seem. Oh, 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 here's to the hearts that ache. Here's to the mass we make. City of stars, are you shining just for me? Oh, city of stars, you never shine so brightly. Остап Скороход на сцене шоу X-Factor. Привет. Так вот, зачем ты занимал мне 50 гривен, да? Розы покупал.
Красавчик. Ну, рассказывай, как там в Лондоне, как он там прохладный? Те, кто не знает, Остап учится в Лондоне, друзья, это не просто так. Как Лондон, расскажи, что нового? На самом деле прекрасно, но я туда не попал. Я просто начал ездить по своим тетям, дядям, дедушкам, бабушкам. Набрал 7 килограмм, знаешь, пришлось даже 2 пуговицы перешивать. Я заметил, и обувь-то у тебя больше размеров, так на 6. Вот. Надо было в Лондон ехать, там дожди, похудел бы. Скажи, вот чем тебе запомнился X-Factor? Людьми, эмоциями. Он тебе помог в чем-то? Однозначно. Понимаешь, до X-Factor я знал, что я хочу заниматься музыкой, я знал, что это мое. И после X-Factor, даже после этого вылета на втором эфире, я ни в коей мере не все не разочаровался. Я понимаю, что музыка — это мое. Я продолжаю верить в себя и понимать, что знаешь, те эмоции, которые я получил здесь, тот опыт, который я получил здесь, тех людей, с которыми я здесь познакомился, они помогли мне еще больше внутри себя осознать, что музыка — это мое, и что я действительно буду этим заниматься. За кого сегодня болеешь? Мишка. Спасибо большое, мы рады были тебя видеть. Остап Скороход на сцене шоу X-Factor.